прервемся буквально минуту. Там важный момент. Вас обвиняют в том, что вы апперкот сделали в противостоянии с Виктором Александровым. Что же было на самом деле? Да ничего, просто я нечаянно попал. Ничего такого, игровой момент. Ага. Ну, Сергей Николаевич прям негодовал, Юран говорит, что надо было жестче реагировать в судье на этот момент. Надо было удалить меня тогда. Раз. Не знаю, ну, по мне так ничего не было. Это еще было, по-моему, до подачи. Поэтому, я думаю, не фол, просто извинился, сказал, что нечаянно попал. И тоже там пару раз мне прилетало, я же не говорил, он часа детства. Не бегал, не подбегал. Поэтому тоже игровой момент. А он как отреагировал? Виктор. Да он ничего не просил, он просто встал, я говорю, извините, нечаянно попал. Он такой, ничего страшного, все, побежал дальше. Угу. Понятно. Ну, можешь сказать, что у Спартака в этом матче было больше бойцовских качеств, чем у Нижнего, и, собственно, за счет этого много мы выиграли? Да нет, я не думаю, что... Я думаю, в целом 50 на 50 борьба была, просто где-то класс, наверное, больше сказался наших игроков, которые вышли свежие. И в целом мы хорошую игру там до выхода, их там до 80 минут. Мне кажется, у них, по сути, даже особо моментов не было. Угу. Главное отличие от того, что было в первом матче? Не пропустили. Не пропустили, на ноль наконец сыграли. Ну да, это важно. Приятно. Получится ли в том же духе продолжать? Ну, хотелось бы, я думаю, уже в целом задачу выполнили, из группы вышли, так что теперь можно как-то более, может, расслабленно как-то играть в свое удовольствие. Ну это чревато для Спартака. Не, ну чревато, но где-то еще можешь, не знаю. Вроде и так стараемся всегда красиво играть. Вот, по крайней мере, в кубке всегда получается у нас хорошую игру демонстрировать. Но, не знаю, я думаю, в том же темпе, может быть, и молодые потянутся. Почему получается демонстрировать лучшую игру именно в кубке, а не в чемпионате России? Разные уровни все-таки? Ну, не знаю, я пока пока в кубке только играю. Я могу только за кубок отвечать. Просто по статистике, вы в 4 матчах, вот Спартак, забил больше мячей, чем в 8 в российской премьер-лиге. Ну, не знаю, ребята хорошо играют, есть что доказывать. Поэтому тоже стараемся, играем. И хорошее взаимопонимание. Сегодня было 10 русских в целом на поле, за исключением Хесса. И в целом мы хорошо друг друга понимаем. Вот, я думаю, может быть, в этом где-то. Ну, сыгранное, собственно, поэтому. На одном языке все равно как-то проще и подсказывать, и коммуницировать. Можно сказать, что Спартак уже вышел из того спада, чтобы мы побеждали. Матч был какой-то странный эпизод со сборной России. Да, я за сборную-то ничего не могу сказать. У нас, тем более, сейчас такой календарь пойдет. Там Крылья, ЦСКА, такие Динамо. Такой тяжелый календарь, на самом деле, и надо хорошо его пройти. Вот. Желательно так же, как сегодня, сыграть хорошо на ноль. Я думаю, что и моменты будут у нас, и в состоянии хорошо пройти этот отрезок.